В ДТП на 30 лет победы пострадал юный велосипедист. Авария произошла сегодня около 13 часов в жилой зоне. 34-летний водитель Toyota Camry двигался на выезд из микрорайона в сторону главной дороги. Как рассказал мужчина, управлявший иномаркой, мальчик на двухколесном транспорте появился внезапно, выехав из-за припаркованной у дома машины. 8-летнего мальчика для осмотра в больницу госпитализировала бригада скорой помощи и ведется следствие. Здесь машина стояла, и ребенок вылетел прямо в бампер и упал. Я вышел, положил его в машину, вызвал скорую, вызвал полицию. А он очень мега быстро прям влетел, и все. Да, и он испугался сам очень сильно.